В рамках первой экологической акции на площади перед РСК «Олимпийский» экофаны Донецка построили альтернативную елку из пластика и скотча, украсив ее игрушками из вторичных материалов. Целью акции было обратить внимание жителей на чистоту города и доказать, что украсить город к новогодним праздникам можно не только живыми елками, срубленными в лесах, но и творческими изделиями из повторно использованных материалов. Экофан – это соревнование между группами экологических активистов четырех городов, принимающих матчи УЕФА Евро-2012 – Киева, Харькова, Донецка и Львова. В течение 6 месяцев команды экофанов будут бороться за то, чтобы их родной город изменился к приезду гостей чемпионата. Среди экофанов – украинская молодежь, которая бережно относится к своему городу и готова менять его к лучшему. Город, команда которого наберет наибольшее количество экобаллов, получит грант на экологический проект. Инициатором проекта «Экофан» выступила компания Coca-Cola Украина. Организаторы проекта заручились поддержкой Донецкого городского совета и управления по подготовке и проведению Евро-2012 городского совета. Я хотел бы сказать о том, что это действительно первые шаги, связанные с чемпионатом Европы, в том, чтобы город Донецк, Донецкая область стали чище, стали более приветливее к нашему глазу, чтобы гости, которые приедут к нам сюда в качестве болельщиков, ощутили полноту и теплоту нашего города-красавца Донецка. Первым вызовом для команды экофанов четырех городов стало строительство альтернативной елки, с которой можно отпраздновать новогодние праздники, не нанося ущерба лесным насаждениям. Экофаны Донецка собственноручно соорудили новогоднюю елку высотой более 3 метров, использовав для этого пластик, скотч и множество предметов, которые большинство из нас воспринимают как бытовые отходы – пластиковые бутылки, пакеты и так далее. Вот концепцию этой елочки хочу об этом немножко рассказать. Она сделана, основа сделана из скотча. Нам подсказала голландская эко-скульптор Карин Вандермолен, которая была в Донецке с лекциями и с мастер-классами. Это именно она нас научила делать вещи из скотча. Вот. И она нам подсказала, как нам правильнее и структурно решить вот нашу елочку. И другие игрушки, которые вы увидите на нашей елке, были собранными участниками команды «Экофан», наеденные напито, скажем так, со времени существования проекта. По словам Ирины Гамбарян, все, что мы видим вокруг, создано руками человека. В степи выросли города, леса и терриконы. Елочка, которая выросла на площади, также создана руками человека из того, что мы обычно называем мусором. Этим мы хотели подчеркнуть, что если уж не получается жить совсем без мусора, да, если мы все равно его производим, то нужно из него делать какие-то интересные арт-объекты, а не выбрасывать и сдавать потом на вторсырье, а не засорять улицы и свои дворы. Жители Донбасса известны своим трудолюбием и прагматизмом. Нам не свойственно ввязываться в авантюры и брать на себя пустые обязательства. И участие в этом проекте – возможность реализовать творческие идеи, связанные с воспитанием нового экологического мышления жителей Донецка вне зависимости от возраста. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный.